Тракторозаводский суд отправил 44-летнего экс-инженера администрации Верхнего Уфалея Валерия Читалова на 7,5 лет за решетку. Чиновник обвинялся в получении взятки. Это кадры задержания в рабочем кабинете. Поймали подозреваемого оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Громче. Читалов Валерий Юрьевич. Должность. Инженер. По версии следствия, чиновник взял 250 тысяч рублей за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту. Читалова признали виновным по статье «Получение взятки в крупном размере». И вот Тракторозаводский районный суд приговорил бывшего инженера к 7,5 годам строгого режима. Кстати, ранее чиновник был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти.